Я, значит, маменьку в день рождения решил вывести, значит, поплавать. Феникс, шикарная лодка. Я ни разу не скажу, что там отличная лодка. За свои деньги прекрасная лодка. Для первой лодки просто шикарная лодка. Вот. Но у нее есть в нашей акватории, именно в нашей, у нее есть один большой минус. Тебя колбасит жестко на волнах, поскольку когда там... Особенно выходной день. Выходные дни. Когда, вот, когда, то есть пишем уравнение. Лодка Феникс 600 плюс солнышко плюс суббота-воскресенье равно крестик. То есть, как бы, да, то есть на глиссер выйти невозможно. Правда. Потому что ты вот как бы, ты только дал, вышел, катер. Это дискомфорт. И вот эта фигня, разгон, торможение, ты просто не можешь кататься, поскольку волна, поднимаемая вот этими судами, такая, что ты реально не можешь плавать. В канале то же самое, там ты носишься. Не, в ты канале тоже... как раз ужас, в канале еще хуже, там же обратная сторона волны, там, она от причала к причалу, вот такое волнение постоянное, и там просто... В канале, нет, и там еще как-то можно было идти, там, я там даже ходил вот в самом последнем куске, где вот такой, где самый такой расколбас, знаешь, да, где вот перед выходом Тишкинск, да, вот, там, вот, даже там он нормально. Там просто делаешь трим, прижимаешь, он нормально идет. А вот у нас, когда ты выходишь, это реально. И у меня аж матушка ударилась головой об эту пластиковую стойку. Вот. Ну да, как бы да, она так ощутима. Поскольку я решил технично, меня это достало. Вот это торможение каждый раз перед волной. Я решил технично пройти не с помощью сбавления хода, а вот именно я решил, как бы техникой взять. Не получилось за техникой, поскольку здесь нужна физика, а не техника. Вот здесь нужна физика, скажем, от 8 метров, и вес нужен 1,5 тонны, как мне сказали. Минимум. Поэтому, как бы, а там тонна, поэтому, ну, куда тебе, в общем-то, тягаться? Вес нужен вообще, лодка, конечно, минимум 3 тонны желательно. Вот у тебя сессор весит, от 3. И вот все, и я вот настолько, у меня это просто, это реальность наших дел. Mm-hmm. Я просто не могу, я реально ждал либо вечер ночи, либо ждал какую-то такую погоду похуже, либо будни. Я плавал на буднях, а в выходные я фарш погоду, я реально мыл, стоял. Потому что, куда? Я, без шуток, я мыл, стоял. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я кайфую, смысла никуда плавать нет. Все выше, там вот такие волны.